Внимание! Огонь! В Рязани прошла проверка одного из самых крупных структурных подразделений Управления Росгвардии ОМОНа. На боевом зачете бойцам и офицерам отряда нужно было стрелять из автомата Калашникова. Упражнение выполнялось на время. Стрелять нужно было из нескольких положений. После подсчет результатов. По итогам проверки хочу отметить подразделение ОМОН с лучшей стороны, так как у них было все слажено, организовано. И показатели были намного выше, чем прошлые сдачи итоговой проверки. Стрельба из автомата – это часть проверки знаний и боевых навыков отряда. Сотрудники ОМОНа сдали зачеты по знанию нормативной базы, которая регламентирует их службу. После их ждали зачеты по медицинской и физической подготовке. Офицеры и бойцы отряда пробежали кросс, а также выполнили комплекс силовых упражнений. Ведь сотрудникам ОМОНа нужно быть всегда в форме, чтобы на боевой задаче продемонстрировать тот максимум, на который они способны. Обучение всем этим дисциплинам проходит регулярно, вопреки распространенному мнению, занятия для ОМОНа – это не только огневая подготовка, которая хоть и занимает большее количество времени, но основной не является. Это теория, тактика, физическая подготовка и медицина, потому что никогда не знаешь точно, чего именно ждать в боевой обстановке, и обучение проводится для того, чтобы внештатных ситуаций не было вовсе. По словам руководителя группы профессиональной, служебной и физической подготовки Управления Росгвардии Рязанской области, отряд показал отличную подготовку и боевую выучку.